Всем привет, это предновогодний выпуск. Сегодня мы едем в детский дом, решили устроить детям праздник, закупили им подарки. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам приятного просмотра. Thank you.
Замерз, то есть, не, Ром, он просто это. А здесь регулировок нет? Тут никаких? Не, а он на амортизатор просто, они замерзли. Thank you.
Цеплял трос к машине, поэтому не заснял с самого начала, как она выезжала. Thank you.
чуть-чуть сюда. Все, походу. Прощайся со своим телефоном. У меня есть бэушный привод новый. Горка крутая. Все, снимай. Тут огонек, когда горит, она снимает. Можно повыше сделать. Так. Вот эти вот откидываешь. На каком машине ехать? На какой? Это я по рэчу говорил. Вот это? Нет, не там. Чтобы она вот так вот не падала, можно ручку чуть-чуть закрутить, и она не будет падать. Оператор. Оператор нового готовит. Смену. А то он забучился, что падает. Ну да, да, периодически происходит у него. Ему надо подушнить. Спасибо, снимаешь? А ты можешь фоткать? Отойди, уйди. Да! Так, а вы
вы друзей здесь нашли себе? Да! И будете очень долго вспоминать. А чтобы не вспоминать, почаще приезжайте. Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо. Простите, умными и здоровыми. И сильными. Отойди, я жду. Иди, Саш, не знаю. Знаю. Спасибо вам большое и низкий вам поклон. С наступающим. И за то, что вы сегодня сделали такое доброе дело, Господь Бог. Ты можешь, знаешь, что сделать? Прочитай. Обязательно. А вот это зачем? Это она так звонит. А, теперь она наклоняется. Тогда не на ровно. А, все, нет. Я лучше вот так. Ты больше куда отвали? Вот эта ручка, она откручивается, и камера вот так. Вот. Я сама умею. Да, я. Подожди. Да блин, Сережа, ты тут не один. Сашка, Стасик, давай сниму. Я, да не то. Дай, Сережа. Не один тут. Ты тоже не одна. Я тоже. Ты тоже. Да, не трудно. А. Ребят, ну что, покатали мы детей. Всем было весело. Все прошло классно. Дети находились в безопасности. Когда мы приехали на место, так сказать, грязи, луж, мы высадили детей, отвели их в безопасное место, ну а дальше мы катались. Детям очень понравилось, я думаю, они надолго запомнят этот день. Также мы им подарили подарки. Подарки вы видели до этого, в видео они уже были показаны. Ну а вас я поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья, добра. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.